Зона зачищена, дальше в дело вступает морская пехота. Задача – занять территорию и выставить блокпосты. Как вы чуете и разбираете? Дальше работа инженерных войск. Они доставляют ударную технику на контролируемый украинскими войсками берег. Нужно как можно быстрее соорудить укрепление и оборудовать штаб. Мы готовы и тут відбивати. Но это только первый этап. Это танк Т-64. Его экипажу предстоит поразить цель на расстоянии 2,5 километра. О, есть! Танкисты отстрелялись так, что от мишеней не осталось и следа. Бойцов не предупреждали об учениях. Все внезапно. Знали только, что нужно совершить 200-километровый марш-бросок по заданным координатам. Была поставлена задача, как совершить марш своим ходом и стрельбы по плавучим целям. Как видите, с задачей справились. Гармата! Острел! Вместе с танкистами работают отряды береговой обороны. Противотанковый расчет, пушка-рапира. Мама, привет. Учения проходили 2 дня под Белгородом Днестровским. Солдаты и офицеры использовали опыт, который получили в ходе боевых действий на Донбассе. Командование осталось довольно. Все мишени, которые были на воде, были знищены. Відпрацювали на відмінно. Все отримали додатковий вишкіл. Учения проходили одновременно в Одесской и Николаевской областях. Они стали самыми масштабными в новейшей истории Украины. Зараз хочу змінити життя країни на краще. Юрий Гальченко, Руслан Пейков и Александр Черемисин. Первый городской.